На прошлой неделе в одном из наших информационных выпусков мы рассказывали о Дмитрии Степаненко. Мужчина проживает в поселке Строитель без еды, воды и в неотапливаемом помещении. Об этом факте нам сообщила телезрительница Лидия Мельникова, которая стала единственным человеком, неравнодушным к судьбе бомжа по неволе. Сегодня к нам обратились сотрудники центра Веста. Оказалось, в учреждении не только знают о существовании этого человека, но и уже проделали немало работы для того, чтобы оказать ему медицинскую помощь и помочь с документами. К примеру, паспорт Дмитрий Степаненко получит уже на этой неделе. В наш реабилитационный центр, значит, адаптации мы обращались. Пока, как говорится, там мест нет, но работа по поселению, помещению, как говорится, этого гражданина в это учреждение, она ведется. И как только у них там будет место, как говорится, гражданин будет, постараемся, как говорится, мы его туда поселить. И параллельно, как говорится, ведется работа по оформлению ему инвалидности. К слову, с начала года Веста восстановила документы 83 горожанам, и это только лица без определенного места жительства.